Нотный стан и квинтовый круг, ключи басовые, скрипичные и многое другое. Что-то новое, пока неизвестное, но настолько интересное. В начале учебного года для ребят, которые пришли в первый класс Щелковской детской музыкальной школы, проходит праздник, где педагоги рассказывают юным дарованиям о том, чему им предстоит научиться за несколько лет. Они только начинают познавать мир музыки, изучают ноты, музыкальные инструменты. А праздник посвящения музыканта – добрая традиция, и первоклассники запомнят его надолго. В школе порядка 10 отделений, и на всех ежегодно проходит посвящение в музыканты. В этом году в школу поступило очень много детей. У нас два помещения. Здесь, на Воронке, на Парковой улице, и на Институтской 6, это Чкаловская. Всего в общей сложности 160 первоклассников, очень много. И здесь будет проходить сегодня не полностью 100 там человек, а только один отдел струнных инструментов. Юных скрипачей и виолончелистов преподаватели отделения познакомили с различными музыкальными инструментами и терминами. Праздник прошел в форме игры, а потому ребятам не пришлось долго сидеть на месте. И, конечно, в этот день они смогли взять в руки скрипки. Всем им не терпится изучить свое первое произведение. На вопрос, почему ребята захотели учиться в музыкальной школе, они дали уверенные ответы. Наслаждаться музыкой, как она красиво играет. Чтобы научиться играть на таком красивом инструменте, как скрипка. Чтобы узнать своих хороших преподавателей. Чтобы попробовать, как это быть музыкантом, как писать музыку. Щелковская детская музыкальная школа на протяжении многих лет является одним из ведущих в регионе учреждений дополнительного образования. Здесь обучают игре на различных музыкальных инструментах, созданы десятки коллективов. Воспитанники являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Многие выпускники школы стали профессиональными музыкантами. Возможно, и кто-то из первоклассников последует их примеру, в дальнейшем свяжет жизнь с искусством. Ребятам предстоит так много узнать. Впереди несколько лет обучения игре на музыкальных инструментах, а также сольфеджио, хоровому пению и другим предметам. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.